Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем родить ру под названием Кунг-фу Панда. И следующий уровень. Мы прошли болото. Да, воин-дракон одержал победу над бандой золотых имперских крокодилов. Но в это время творились вещи и поважнее. Пятерка отправилась сражаться с Тайлунем самостоятельно. А хотя они и были супербойцами, Шифу понимал, что перед Тайлунем им не устоять. Он должен был отыскать их. К этому времени о побеге Тайлуня знали даже в воинстве теней, самой мрачной и грозной в Китае стаи боевых волков. Да-да, речь именно о них. Они хорошо помнили Тайлуня и решили, что раз он вернулся, то пора преобразить мирную долину в мясную долину. Но Тайлунь хотел лишь заполучить свиток дракона и еще сразиться с так называемым избранным. Он не ожидал появления неистовой пятерки, а они оказались тут как тут и вызвали его на бой. И это был самый сногсшибательный поединок кунг-фу во все времена. Мы за Шифу будем играть? Либо за Тигрицу? За Тигрицу, скорее всего, да? Спасение в храме Вудан. Осталось, по идее, ночь. Волки, скорее, там, помню. Очень забавно. Но что, у Шифу никого получше не нашлось? Не верю, ладно. Лишь один боец достоин сразиться со мной. Да где же этот воин-дракон? Откуда тебе знать, что это не я? Ты? Ты забываешь. Я там был с самого начала. Еще когда у тебя молоко на усах не обсохло. А теперь ты любимчик, да? Ладно, кто-нибудь еще? Да, я! Итак, за дело берется малыш. О, это QTE. Хорошо, что показывают, что мне нажимать. Вот здесь тогда было много кнопок. Я не помню, за кого, за Тигрицу, кажется, или... За этого было. А, не помню, забейте. И заново, понимаете, в чем была тогда сложность? Плюс клавиши, они же меняются. То есть, с какой-то периодичностью они меняются. Это сидешние QTE были, ребята. Ладно, нет, они... Крик этот. Не, все-таки все одинаково. Можно не беспокоиться, но все равно. Можно очень легко путаться в кнопках. А, все? Оказалось, это не так уж и сложно. Отпразднуем. Ты шутишь? Шифу неплохо вас выучил, но этого недостаточно. Вот, короче, там... Я помню еще два уровня перед финальным битвой. Это в лесу ночью мы играли за Шифу, либо за панду. Там был паркур. Ты опоздал, Шифу. Тайлунь победил невезучую пятерку. Найди и спаси неистовую пятерку. И еще пустыня, как это было, где мы забирались на какие-то чертовые горы и потом с них колобком крутили, чтобы засветить какие-то кольца. Найди и спаси 16 жителей деревни. Хорошо. А почему ты это мне говоришь, если мы играем за тебя? Ух, ей, ну спасибо! А улучшений у тебя тут нету, я понимаю. В принципе, да. В принципе, да. Ну ладно. Да! Да!
Да. Я что, должен за тобой бегать постоянно? Готово. О, видите, а значит, я не могу... А почему я не могу за шифу зарабатывать? Почему только за ш... Я не могу за шифу зарабатывать деньги. Так, что-то мне кажется... Я недопонимаю, да? Обрушь на головы врагов ураган! А, все. Горилла. Они что, решили все собраться? Что за бред? Шифу, как... Какое-то дерьмо происходит. Заряну, но вот так и есть. Запрыгни на облако и нажми кнопку действия или прыжок, чтобы выполнить прием шифу хождения по облакам. Прыгай по облакам, чтобы попасть в неисследованные места. Подожди, там тоже были облака? Это у нас... Чтоб не падать, нужно постоянно... Прыжок зажимать. Ух! А я уж думал, мне конец. Спасибо. Сразу проверяем левую, правую сторону. Ничего нету. Бежим сюда, запрыгиваем сюда, запрыгиваем сюда. Удар. Хавчик, отлично, отлично, отлично. Как говорится, поспешим. Все равно непонятно, то ваншотит, то не ваншотит. Так, вижу облака, по которым нужно будет сейчас прыгать. Ау! Меня кто-нибудь слышит? Я должен победить. Ясно, все. Мастер Шифу, вы пришли? Я сожалею, учитель, мы вас подвели. Нет, это я вас подвел. Возвращайся во дворец, я скоро приду. И там еще кое-куда есть проход. Я сейчас по низу, да, буду прыгать. Именно. А есть? А, подожди. Тут верхние облачка были, нет?
Где-то меня обманут. Ну, чтоб мимо облачка не пролететь. А я вот не знаю, там есть что-то? Блин, и не увидишь ведь. Ну, к примеру. А, быстрыми атаками надо их херячить. Тихо, тихо, вы меня сейчас убьете. Раз, два. Они просто двою меня... Запинали, я не знаю. Чисто меня запинали. Горелый где? Надо их пинать, пока они не залезли. Шифу, ты что научился? А, шифу. Научился летать, я не пойму. Так. Горилла сам. Ау. Тихо. Я просто снова не хочу полететь, хер знает куда. Из-за них. Все. Да. Хорошо. Ладно синего завалить. Вот синий какой-то чист. Ох, ты ж ё-мошечки с палочками. Там есть, видите, точки наверху. Можно палку твою? Он меня сейчас ударит. Ребят, пока вы показываете, он меня может ударить. Палку дай. Спасибо, учитель. Фух. Одно слово. Реванш. А у меня такой ответ. Во дворец немедленно. Да, мастер Шифу. Вот и все. Мастер Шифу, спасибо за помощь. Как вам удалось сюда проникнуть? Главный вопрос. Как ты сможешь ускользнуть? Я отправляю тебя обратно во дворец. Ползи. И по факту, как она обратно? Хотя... Вопреки распространенному мнению, здесь не так уж весело.
Почему у него... этого голос Хача? Скажите, а почему бы нет? А чему бы нет? Ну, бля... А, все? Ладно, я понял. Ну, врагов, да, довольно много этих. Странные тучи. Подуспевает. У нас еще ни одной монетки, я заметил, ни одной мы не нашли. А то облачков почему-то нету. Там почему-то... А-а-а, вон где монета. Обезьянка. Поставим. Спасибо, мастер Шифу. Не выношу решетки. Да, какая ирония. Вы, наверное, сердитесь, что мы сами отправились сражаться с Тайлунем. Что я чувствую, не имеет значения. Важно только то, что я делаю. Возвращайся во дворец и отыщи остальных. Учитель. Я говорю, у него мозги наружу. Чисто мозг наружу. Просто вак. А, ладно. Поздравляю! Спасибо! Спасибо. Ух, я и напугался! Блин, песня из этого. Из розовой пантеры. Помните, когда мы были в Китае? И мы переоделись в эту девку, которая поет. Вот, мы нашли этот голос. Так, в принципе, я могу уже купить себе что-то на максимальное улучшение. Что-нибудь. Но жителей, походу, не всех не найду. Потому что нам осталось только тигрицу найти. По факту. А я жду. Ух, я и напугался. Еще половину кроликов где-то. Эй, кис-кис-кис. Я сказала назад. Ой, бля. Защити тигрицу, бросая в наступающих врагов фейерверками. Вот, за вот это вот говорил, что это жопа. Ну хотя она быстро перезаряжается. Нет, тигрица побита. Серьезно? Я убил тигриц? Так, давайте... Если... Так, монетки походу забираются все-таки, ребят. Давайте я, наверное, буду улучшать сразу. Сразу покупаем улучшение. Чтоб мне деньги не забирали. Вот этот вот, за вот этот я момент говорил. Монай, как? Попытайся в тигрицу не попасть. Я сказала назад! Защити тигрицу. Thank you.
защитить тигрицу. Только сам не попади по тигрице. Хотя тигрица, походу... Да, тигрица смотрит там, где будут враги. Ой, тигрицу задел. Вот это хорошая вещь, то что тигрица смотрит, где враги будут. Это очень хорошо помогает. Все. Нет, еще лезут. Далеко. Далеко. Тигрица в безопасности. Пока. Я должен придумать, как до нее добраться. Вот об этом я говорю, это просто пиздец. Ну ладно, это просто я механику раньше тогда не знал, связанную с тигрицей. Теперь я хотя бы знаю, куда она смотрит, а оттуда враги пойдут. Ух, я и напугался. А я уж думал, мне конец. Мне кажется, это поможет. Спасибо. Как раз сдержать спидранера. Смотри, куда смотрит тигрица и стреляй туда. Только им нужно будет изучить это радиус. А, именно пушки, как ставить, чтобы пульнуть туда или туда. Раны серьезные? Благодарю. Я в порядке, мастер Шифу. Небесный Шифу. Возвращайся во дворец и продолжай обучение По. Вы пойдете со мной? Пока нет. В атаку! Горилл жесткий. Горилляны, но серьезно жесткие. Ладно, мне плевать на этих, я просто сейчас бегаю. Поздравляю! Собираю. Спасибо! И спасаю жителей, все. Ух, я и напугался! Если что, прибежишь за мной. Так, теперь мы в ту сторону. Так, и там двое. А я уж думал, мне конец. Ух, я и напугался. А, туда не пройти. Допустим. Некоторые, я смотрю, вообще суицидятся. Короче, два сильных удара, и они отлетают. Два сильных удара, и они отлетают. Да ёлки-палки. Сильная горилла. Вот снова просто прервался ни на чем. Ладненько, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.